Всем добрый день! Сейчас буду готовить вкусную десертную закусочную тыкву. Ее можно подать как десерт и также как закуску к любому вину. На сковороду я добавляю небольшой кусочек сливочного масла и высыпаю сюда тыкву. Тыква очищенная и порезанная кубиками. Добавляю 1 чайную ложку сахара и пассируем тыкву 1,5-2 минуты. Сейчас я добавляю к тыкве белое вино. Добавляем вина столько, чтобы тыква была покрыта чуть больше, чем наполовину. И также столовая ложка лимонный сок. Вместо вина можно добавить яблочный сок, апельсиновый сок. Можно добавить яблочный сидр. И сейчас доводим до кипения, переводим на средний огонь и готовим тыкву приблизительно 70% готовности. Сверху можно закрыть не полностью, чтобы жидкость все-таки испарялась. Как только вино или сок выпарилось на 50%, я добавляю сюда потертый имбирь. Плотно закрываю крышку, перевожу на медленный огонь и готовлю тыкву до готовности. Попробуйте тыкву ножом, она должна быть мягкая по вашему вкусу. Тыква готова, и я ее перекладываю сейчас на тарелку. Вот такая вкуснейшая, очень такая пикантная, кисло-сладкая тыква получилась. По вкусу изумительная, сюда мед добавлять не нужно. Но если вы любите особенно сладкое, можете сверху добавить немножко меда. Сейчас я вот добавлю немного орешков. И угощайте этим замечательным десертом всех своих близких и друзей. Вот такая вкуснятина получилась. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых вкусных рецептов.